правильно. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об обстоятельствах. Обстоятельства бывают 7 видов, да, всего 7 видов. Образа действия или степени, да, отвечают на вопрос, как, каким образом, в какой мере, в какой степени. Место отвечает на вопрос, где. Времени отвечает на вопрос, когда. Условия отвечают на вопрос, как, при каком условии, причины, по какой причине, мы посмотрим с вами сегодня виды этих обстоятельств, цели, с какой целью, да, и уступки. Уступка, то есть условие, которое мешало осуществлению действия, но действие все равно осуществилось. Если вы захотите повторить, да, то вы можете вот этот вот слайд найти и по нему повторить. Да? Как мы тут, там, наверху, вот это, да? Так, и вот просят нас, определите виды обстоятельств в предложениях, то есть какого вида, цели, уступки или еще какое-то. Давайте. Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с вызовом, глянул вверх. Скажите, пожалуйста, где здесь обстоятельства и какой вид обстоятельства в этом предложении присутствует? Образ действия. Хорошо, Джалкис, молодцы, здравствуйте. Найдите, пожалуйста, его, укажите, где оно. Образ действия, правильно, а где оно? Где само обстоятельство? Это слово или группа слов? Самоуверенно, почти с вызовом, да, правильно, самоуверенно, почти с вызовом, да, а вот почти с вызовом, это самостоятельное обстоятельство или уточняющее? Это отдельное обстоятельство или уточняющее? Молодцы, да, оно уточняющее, да, и мы вот поставим циферку 2, потому что оно уточняет, оно не самостоятельное. А здесь в этом предложении есть еще обстоятельства какие-то, кроме обстоятельства образа действия и уточняющего обстоятельства образа действия. Есть? Есть? Куда вверх, умнички? Куда вверх? Это обстоятельство какое? Место. Молодцы, молодцы. Так, следующее. Она озорно по девичьи взглянула на него снизу вверх. Здесь тоже есть обстоятельства. Вы уже увидели наверняка, да? Давайте их отметим. Какие? Слова здесь выполняют образа действия. Хорошо. Только ли образа действия? Где образа действия? Давайте мы их найдем, а потом еще посмотрим. Итак, образа действия, где они? Озорно по девичьи, да? Верно. Угу. А вот по девичьи, как мы объясним, это самостоятельное обстоятельство, однородное или уточняющее? Однородное или уточняющее? Молодцы. А как бы вы догадались, что оно уточняющее? Как вы догадались? А точнее, нам нужно доказать, что оно уточняющее, а не однородное. Как докажем? Как докажем? Синонимы подтексты, да? Подтекстные. Нет, дело в том, что тут даже по расстановке знаков препинания. Смотрите, если бы отделялись запятой эти обстоятельства, да, то мы бы сказали, они однородные обстоятельства образа действия. А здесь две запятых. Две запятых выделяют какой-то обособленный член предложения. Да? Обособленный какой? Если отвечает на вопрос, каким образом, да, на тот же самый вопрос, то и предыдущее слово, и поясняет его, как вы сказали, в подтексте, но в контексте, да, оно поясняет, а именно по девичьи, да, значит, это уточняющее с обеих сторон запятые.
А еще здесь есть какие-то обстоятельства или все, вот их всего два? Снизу вверх, а это какое обстоятельство? А это какое обстоятельство? Тоже образа действия, молодцы, молодцы. Так, третье предложение. Он встал по хозяйству рано, в 3:00 утра, и теперь у него слипались глаза. Времени, молодцы. А вот рано и в 3:00 утра, скажите, пожалуйста, это однородные или обстоятельства и уточняющие? Уточняющие, молодцы. Угу. Так, а вот скажите, пожалуйста, слово «теперь» каким членом предложения является? Слушайте, Чалкыз, прям можете всем хором приходить к нам на филологию учиться. Какие молодцы. Обстоятельства. Да, верно. Теперь обстоятельства. А какого вида это обстоятельства? Какого вида? Что это за вид обстоятельств? Мы с вами знаем 7 или 8 видов времени. Так, молодцы. Хорошо. Четвертое предложение. За рекою в розоватом небе ярко сверкала вечерняя звезда. Здесь есть обстоятельства? Если есть времени, где? А где здесь времени? Где здесь времени? Я не вижу. Покажите мне, пожалуйста. Расскажите мне, пожалуйста, где здесь обстоятельства времени? Ой, перепутали. Угу. Место, да? За рекою где? Да? Потом идет в розоватом небе. Смотрим опять, это в розоватом небе, это однородное обстоятельство или уточняющее? Уточняющее, молодцы, не успела спросить, вы уже ответили, молодцы. Так, а здесь еще есть обстоятельства, кроме обстоятельств места? Ярко, а какое это обстоятельство? Образа действия, молодцы, браво, браво, умнички. Идем дальше. Или есть вопросы? По-моему, нет, вы так четко отвечаете, главное, быстро, быстрее, чем я спрашиваю, молодцы. Виды обстоятельств в предложениях, попробуем. Что такое «не-нет»? То есть нет вопросов, да? Нет вопросов, тогда идем дальше. Даже сюда, через озеро, за километр, вместе с горячим воздухом доносился гул и треск. Какие здесь есть обстоятельства? Во-первых, где они? Где обстоятельства в этом предложении, если они есть? Сюда через озеро за километр. Отмечаю. Так, это какие обстоятельства? Место. Угу. Так. Сюда куда? Через озеро, за километр, хорошо. А еще есть? А еще есть? Или это все обстоятельства? Молодцы! А это какое вместе с горячим воздухом? Это какое обстоятельство вместе с горячим воздухом? Образа действия, умнички, правильно, образа действия. Угу. А, скажите, пожалуйста, сколько в этом предложении уточняющих обстоятельств? Сколько в этом предложении уточняющих? Два. То есть вы хотите сказать через озеро и за километр, да? А почему тогда вместе с горячим воздухом тоже ставится здесь запятая? И это правильно, потому что я брала из академических источников примеры. А почему здесь запятая? Это третье, значит, да? Хотя оно является другого вида обстоятельством, но тем не менее в этом контексте оно работает как уточняющее, да? То есть даже сюда доносился гул и треск. Все остальное уточнение. Да? Хорошо. Второе предложение. Занимаясь в течение всего года, при наличии учебников можно успешно освоить программу. Есть здесь обстоятельства?
образа действия. Молодцы. А где? Вот занимаясь в течение всего года, да? Да. Отмечаем его. То есть, видите, не так, что мы увидели слово и его отмечаем. Да, а вот тут целый оборот, и причастно является обстоятельством образа действия. А при наличии учебников это какой? Ага, молодцы. А при наличии учебников это какой член предложения? Условия. О, какие молодцы. Обстоятельства, условия. Умнички. Так. А здесь еще есть какие-то обстоятельства или все вот? Да, обстоятельства, условия. Угу. Успешно. А это тоже обстоятельства, условия или какое-то другое? Какого-то другого вида. Образа действия. Молодцы, молодцы, браво. Третье предложение. Сгоряча, не видя опасности, охотник бросился по следу. А здесь обстоятельства какие? Сгоряча, не видя опасности. А какие они? Отмечаю. А вы пока подумайте, какие они? Какого вида? Образа действия, да, каким образом, согласна, ну и не видя опасности, это тоже каким образом он бросился, да, каким образом бросился охотник. А вот скажите, пожалуйста, по следу, это какой член предложения? Дополнение, то есть почему бросился или куда бросился? Смотрите, если бы это был один конкретный след, да, тогда можно сказать, что это дополнение. Но по следу это же направление движения. Да, направление движения. Так что, скорее всего, это тоже обстоятельство. Да, это тоже бросился куда? Да, обстоятельства, но можно сказать место, потому что тропинка его повела. Четвертое. Задумавшись, я проехал свою остановку. Есть обстоятельства? Образа действия. Ну, тогда понятно, раз вы его называете, то уже видно, где оно, да? Задумавшись. Какая это часть речи? Угу, молодцы. Задумавшись. Какая часть речи? Деепричастие. Молодцы. Значит, обстоятельства образа действия могут быть выражены деепричастиями, да? Наречиями, деепричастными оборотами, оборотами, в составе которых есть существительное, да, или субстантивными, наречными сочетаниями, да, и так далее, сочетаниями предложно-падежной формы. Вот, молодцы, идем дальше. Опять, ну, сегодня много таких, это задание часто будет повторяться, определите виды обстоятельств в предложениях. Наша задача сегодня рассмотреть, как бывает выражено обстоятельство. Да, какими способами оно бывает выражено и какие виды обстоятельств встречаются в различных текстах. Давайте. Сделано это было нарочно, выставлено на показ. Обстоятельства здесь нарочно, согласна. Оно одно и на показ. Молодцы, молодцы. Скажите, пожалуйста, нарочно и на показ, это же наречие, это однородные обстоятельства или нет? Нет, молодцы, потому что, слушайте, вы прям академики лингвистики, а? Почему нет? Разного вида. Угу. Ну, не совсем. Просто они характеризуют разные глаголы, да? Сделано как и выставлено каким образом, да? Верно, согласна. Второе предложение. Для согласия необходимо взаимопонимание. А здесь есть обстоятельства? Угу. Здесь нет обстоятельств, да? Так.
Так. Угу. А вот для согласия это не обстоятельство, нет? Угу. Ладно, хорошо. Надеюсь, отвлечься. Это дополнение, да, для чего необходимо? Согласна. Третье. Надеюсь, отвлечься, друзья поехали на озеро рыбачить. Здесь есть? Надеюсь, отвлечься, друзья поехали на озеро рыбачить. Надеюсь, отвлечься на... Ух ты, какие молодцы! Да, надеюсь, отвлечься. Это какое обстоятельство? И рыбачить тоже какое... Какие молодцы! Точно академики, а? Итак, надеюсь, отвлечься. Это какой вид обстоятельств? Видите, тут требуется определить виды обстоятельства. Цель. Так, с какой целью? Целью отвлечься, можно сказать, да. Поехали. Так, вы написали на озеро рыбачить, да? Поехали куда, да? На озеро, правильно. А вот на озеро рыбачить, это одно обстоятельство или нет? Значит, первое, это цель, согласна. А дальше на озеро рыбачить, это одно обстоятельство? Отдельно, молодцы, отдельно. Тогда на озеро это какое обстоятельство? На озеро обстоятельство места, да? Место, а рыбачить? А рыбачить? Рыбачить? Это какое обстоятельство? Рыбачить. Зачем? Конечно, вопрос правильный. Зачем? То есть это обстоятельство цели. Да? Значит, вот здесь мы видим, что обстоятельство может быть выражено даже инфинитивной формой. Да? Вот мы говорили уже, предложно-падежная форма существительного, деепричастный оборот, но еще и инфинитив глагола тоже может выражать обстоятельства. Да, с какой целью, для чего, зачем рыбачить. Четвертое предложение. Вопреки прогнозу, жара не спадает. Обстоятельства здесь? Обстоятельства здесь? Жду, жду вашего ответа. Вопреки прогнозу. Молодцы. А какое это обстоятельство? Какой вид обстоятельства? Вот те виды, которые мы уже с вами вы называли, правильно, да? Они здесь как-то вот не вписываются, да, вот это обстоятельство в те виды. Подумаем, подумаем. Так. Несмотря, кстати, несмотря пишется слитно, если это предлог сложный, да, несмотря на прогноз. Ну и несмотря на прогноз, тогда это какое обстоятельство, какой вид обстоятельства? Какой вид обстоятельства? Давайте вернемся к первому слайду. Ой, вот оно, да? Вот, какое это обстоятельство, вопреки прогнозу, посмотрите, пожалуйста, это какое? Уступки, молодцы. Молодцы, уступки, поехали вперед. Ой, сюда, да, вот, вопреки прогнозу. Пятое. Любя снега, она живет на юге. Здесь есть обстоятельства? Молодцы. Так, каракул Иркек проснулся. Так, любя снега, это обстоятельство какое? Вот для данного контекста подумайте хорошо, не спешите отвечать. Образа действия. А вот и нет, а вот и нет. А вот и нет, подумайте хорошенько. Как можем? Причины нет, нет. Разве на юге бывают снега? Нет. Причины нет, нет.
Итак, пожалуйста, любя снега, как по-другому можем сказать? Цель? Нет. Нет, не цель, не цель, не цель. Запутались, но здесь сложный случай. Смотрите, здесь можно, если перефразировать, то сказать так. Хотя она любит снега, но живет на юге. Да? Значит, что-то такое... Что-то такое... Так, 11-й Б, пожалуйста, не рекламируем себя, а работаем вот здесь с презентацией. Да? Значит, если, смотрите, если вот это «любя снега», мы можем поставить в оборот «хотя она любит снега», значит, какое это обстоятельство? Уступки, молодцы, Джалкис, молодцы. Так, здесь еще в этом предложении есть обстоятельство какое-то или нет? Здесь одно обстоятельство на юге, а это обстоятельство, ну, здесь для вас, конечно, просто место, молодцы, не успела спросить, вы уже ответили. Отлично. 6-е. Несмотря на возраст, старик бодрится. Но тут явно есть несмотря на, да, предлог. Значит, уступки, молодцы. Обстоятельства, уступки. Отмечаем, что обстоятельства, уступки не всегда выражаются с помощью союзных слов или предлогов, да, хотя, несмотря на, вопреки чему, да, можно, оказывается, идеей причастный оборот найти в этом реестре обстоятельства, да. Главное посмотреть по контексту, да, можно сказать, хотя, или несмотря на то, что она любит снега, вот, то есть к контексту нужно подходить более внимательно иногда. Дальше определяем виды обстоятельств в предложении. 300 лет тому назад здесь был заложен город. 300 лет тому назад, время, молодцы. Вот, смотрите, не одно какое-то слово, да, а целая конструкция, целый оборот получается, да, место. Угу. Хорошо, второе, дождь льет как из ведра. Дождь льет как из ведра. Есть обстоятельства? Образы действия, молодцы. И здесь получается... Оборот с союзом «как» выполняет функцию, да? Угу. Это пословичное изречение. Третье. Ребенок растет не по дням, а по часам. Есть обстоятельства? Ребенок растет не по дням, а по часам. Есть здесь обстоятельства или нет? Как? Молодцы, Каракул и Иркек. Наконец-то начали с нами взаимодействовать. Я рада. Так, девочки, образы действия, да? Так, каким образом? Да, не по дням, а по часам. Здесь мы видим, что в качестве обстоятельства может выступать устойчивый оборот слов, да, устойчивый оборот или устойчивое сочетание называют. Четвертое. Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. Какие здесь есть обстоятельства или нету? Так, образы действия, да? А где образы действия? Сколько ни корми, видите, тут ни корми, да? Сколько ни корми. Угу. Это разве образы действия? Смотрите, хотя вы будете кормить волка, он все равно в лес смотрит. Да? Значит, не образ действия, а? Уступка, правильно, это тоже уступка. Сколько ни, как бы ни, это тоже отношение уступки. А в продолжении, в лес куда, молодцы. Угу. Так, 5-е. Летает хорошо, а сесть не умеет. Летает хорошо, а сесть не умеет. Есть обстоятельства? Как? Хорошо, молодцы. Это обстоятельство какого вида, нас просят вид определить? Образа действия, правильно, правильно. 6-е, в пустой бочке звону больше. Есть здесь обстоятельства? Сколько? Угу. Так, правильный вопрос, Каракул Иркек. Так, звону сколько больше? Да? Это какое обстоятельство? Так, это какое обстоятельство? Звону много, звону больше.
Какое это обстоятельство? Пойдем на первый слайд, да? Ой, простите. Какое обстоятельство? Степени, молодцы, Чалкес, молодцы, браво, браво, молодцы, Каракол, Иркек, давайте подключайтесь активнее. Найдите обстоятельства в тексте. За полями, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле жил старик в одном селе. Где? Молодцы, Каракол, Иркек, понимаю вашу логику. Где? Да? Где? Где? Вот смотрите, здесь раз идет где вопрос, да, тогда все включается, и широкими тоже. Мы не можем сказать где, за морями какими. Если где, то тогда полностью сочетание входит в обстоятельства, да. Так, еще где? Не на небе, да, а на земле где тоже. И в селе тоже где, да. Где? Ну, можно в одном селе, где? Не в двух селах, а в одном селе. Это обстоятельства места, молодцы. Вот видите как? А какая это сказка? У старинушки три сына, это Ершов, конек, горбунок, да? Вот видите, как много обстоятельств места. Автор вводит читателя в контекст, давая очень много характеристик тому, где же происходит место, где же происходит действие. Да? Идем дальше. О, вот это очень интересный контекст. Надо поставить правильно запятые. Вы мне напишите слова, после которых мы ставим запятые, а потом найдем обстоятельства. В реке нет. Нет, в реке не надо. Нет. На бугре. Ха-ха-ха-ха-ха. Рыба на бугре живет, а корова в конуре мычит. А? Ну-ка, ну-ка. Мычит. Рыба на бугре мычит. О, какие шутники, а? Давайте посерьезнее. Так, нет, конечно, рыба на бугре не мычит. Угу. А как же правильно тогда? А как же правильно? Смотрим, смотрим. Мычит корова. Угу. А где тогда? Вот это все домычит корова? Ну хорошо, согласна, после коровы я поставила запятую. Ну а до этого не надо? До этого, до коровы не надо, мычит корова. Там рыба. О, молодцы, вот как. Рыба-то в реке, а корова на бугре мычит, да? А дальше? А дальше? Собака лает в конуре, правильно. Поет синичка на заборе, правильно. Так, а дальше? Так, в коридоре играют дети, молодцы. Угу. Так, на стене висит картина, молодцы. А на окне узоры инея, молодцы. Горят дрова в печурке, молодцы. А дальше? В руках девчурки нарядная там кукла. Угу. А дальше? Ручной щегол поет в клетке, хорошо. Салфетки там на столе лежат, да? Молодцы. Так, лежат, ош, молодцы, так, так, готовят, коньки к зиме готовят. Сейчас. Сейчас, коньки к зиме готовят. Вот где, тут я растерялась, перед там или после там запятая? Вам виднее, потому что я очень близко к доске, мне очень плохо видно. Очки лежат для бабушки, да, для бабушки, правильно. Тетрадки всегда. А, это знаете как? Сейчас, коньки к зиме готовят. Это что-то я когда до там, да? До там готовят, да? Там очки лежат для бабушки, тетрадки всегда. Молодцы, браво, браво. Так, хорошо, хорошо.
И теперь давайте мы посмотрим, есть ли здесь обстоятельства и какие. Мы вначале их найдем, подчеркнем, а потом будем или сразу будем объяснять, что это за обстоятельства. Место, обстоятельства, место. А где они? Так, молодцы, в реке. А еще? На бугре, молодцы. Еще? В конуре, молодцы. О, вы так быстро пишете. Так, на заборе, молодцы. Так, в коридоре, на стене, да? Ой, вы так быстро отвечаете, я не успеваю за вами прочитать. Так, на стене вы сказали, да? Так, 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 на окне. Подождите, не спешите, не спешите. Так, в печурке. Угу. Горят дрова. Так, а в руках. Где, да? В руках. Так, ладно. В клетке вы сказали, да? Так. Угу. Так. Так, салфетки там на столе лежат, да? Так, там на столе, согласна. Так. Так, тоже там, да? Там. Еще, 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 еще. Все. Да не совсем. Вот и не совсем. Так, в порядке образ действия. Так, так, так. Содержится в порядке. Молодцы. А еще? А еще? А еще одно слово. Не увидели, не увидели, не увидели. Всегда. Молодцы. Вот теперь все есть, да? Всегда, когда, да? Времени. Молодцы. Значит, здесь обстоятельства в основном место, да, есть обстоятельства времени и обстоятельства образа действия. Браво, браво, браво. Я специально это упражнение для вас подобрала, чтобы мы вот так весело и дружно расставили знаки препинания и нашли обстоятельства. Молодцы. Идем дальше. Виды обстоятельств. Вот сегодня только так. Сядем рядком, да поговорим лотком. Где здесь обстоятельства и какие? Образа действия. А где они? Молодцы, Джалкас. А где они? Редком, правильно. Редком. И лотком. Так, молодцы, отлично. Второе. Поехал на своих, на двоих. Поехал на своих, на двоих. Образ действия, молодцы. А что означает на своих, на двоих? Что подразумевается? Что подразумевается здесь? Пешком, молодцы, пешком. Третье. В раз и пироги не пекутся. Пословица. В раз и пироги, образ действия, молодцы. Так, образ действия. Четвертое. Язык один. Кадамджай подключился. О, как хорошо, сегодня у нас такой день отличный, мы все взаимодействуем. Так, язык один и в будни, и в праздники. Ну, раз говорите времени, то тогда и в будни, да, когда, и в праздники тоже когда, да? Молодцы. Так, дважды в год лето не бывает. А здесь где? Дважды, только дважды, только дважды. Вот смотрите, да, дважды в год, потому что когда? Дважды в год, да, иначе в год лето не бывает, можно понять, да, если расчленить на два. Это обстоятельство какое? Времени. Времени? А, погодите, во сне это потом, про лесу еще не начали думать. Дважды в год, скажите, пожалуйста, это какое обстоятельство? Дважды в год. Во сне место, а вот и нет, не место. Она не стоит в углу, сон не стоит в углу. Погодите, дважды в год меня интересует. Время считаете, да? Когда лето не бывает? Ну хорошо, да, вот сколько, правильно. Это обстоятельства меры и степени, да? Меры и степени. А вот леса и во сне вы сказали, да? Во сне разве отвечает на вопрос где? Подумайте, пожалуйста. Во сне это место... На нем можно на сне посидеть, побегать. Времени во сне. Да, Джалкыс, да, да. Когда лиса кур считает? Да всегда. И во сне, и наяву. Да, она такая лисонька, любит курочку. Так, найдите обстоятельства и определите их виды, просят нас здесь. От жару и вода кипит. Есть обстоятельства? Причины, молодцы. Значит, обстоятельства от жару.
При всем хотении нет терпения. Здесь есть? Уступки. О, какие молодцы. Вот, отлично. Третье. От беспорядка и сильная рать погибает. Причины, да? Верно, верно, причина. От чего, да? По какой причине? Угу. Молодцы. Ради милого дружка и сережку из ушка. Цели, молодцы. Угу. Вот, смотрите, целое сочетание, да? Тем более в пословице здесь блоки слов выступают в готовом виде, да? Так, масло коровье, кушай на здоровье. Так, цель. Правильно, правильно. То, что цель четвертая, да, ради кого, с какой целью, да, сережку из ушка. Так, пятое. Масло коровье, кушай на здоровье. Где здесь обстоятельства есть? Пятое. Цели, да, кушай для чего, да, на здоровье. Верно, молодцы какие, как вы четко отвечаете. Шестое. При сытости помни голод, при богатстве убожество. Условие, да, при каком условии, верно. Угу. Так, при богатстве, да, то есть если ты сыт, помни о голодных, да, будешь богатым, помни об убогих и нищих. Какие молодцы. Так, определите, опять все та же задачка. И птица, вырастив и выкормив птенца, его летать учит. Условие? Когда? Так, когда? А если когда, тогда какой это вид? Вот мне кажется, все-таки тут условия больше. Время? Здесь условия. При каком условии птица летать учит птенца? Да? Условия, да, это условия. Тот, кто первый ответил про условия, молодцы. Второе. Сосватав невесту, у людей не спрашиваются, где здесь обстоятельства или его нет. Второе. Условия. Так, при каком условии, да? У людей не спрашиваются. Согласна. Так. Коровушка с кошку надоила с ложку. Образа действия. Да? Коровушка. Не спешите, не спешите. Не спешите. Так. Не спешите. Вот смотрите, если мера правильно, а где мера? Под мостом, подождите под мостом, подождите, мера, а где мера? С кошку или с ложку? Там же с ложку, мера, правильно, правильно, а с кошку это тоже обстоятельство? С кошку это тоже обстоятельство? Нет, ой, какие молодцы, Катамджай, молодцы. А что же это за член предложения? Коровушка с кошку. А какой это член предложения с кошку? Это не обстоятельство, молодцы. Это дополнение. А, разве? Разве? Подумайте хорошенько. Подумайте хорошенько. Определение, вот мужская логика, да, отвечает на вопрос, какая коровушка? Какая коровушка с кошку величиной, да, какая? Это просто несогласованное определение, да, вот Джалкис тоже уже сообразили, написали определение. Четвертое, он портной, а мастерская его на большой дороге под мостом. Место, а где начинается? Место, правильно, а где начинается это обстоятельство? Под мостом, вот мне кто-то писал под мостом, я отмечу под мостом, а еще есть или все? Только под мостом? Вот, на большой дороге, да, где? Здесь смотрите, почему на большой тоже входит в состав обстоятельства, потому что на большой дороге, разбойники с большой дороги – это устойчивое сочетание. Что означает большая дорога? Это означает, что, ну, чисто поле, да, большая дорога, то есть место, где нет ничего, кроме дороги, да, ничего, кроме дороги. Поэтому здесь и на большой дороге обстоятельства, и под мостом. А они однородные или под мостом уточняющие? Скажите мне, пожалуйста.
обстоятельства в четвертом предложении однородные или второе, вот молодцы, джалкыс, молодцы, кадамджа, это уточняющее, конечно же, правильно. Пятое, гостям дважды радуются, встречая и провожая. Дважды меры, так, молодцы, так, и встречая, нет, почему время? Время дважды, два раза, нет, это мера, да? Так, встречая и провожая образа действия. О, какие молодцы, прямо все-то они мне указывают, я еще и спросить не успела. Молодцы, молодцы. Идем дальше или есть вопросы какие-то? Может быть, что-то нужно пояснить? Тут не совсем привычный нам случай. Все дальше. Хорошо. Значение обстоятельств в предложениях. Благодаря родителям я полюбила классическую музыку. Есть обстоятельства? Благодаря родителям, да? Благодаря. Нет, благодаря родителям, потому что благодаря – это предлог, который, кстати, сочетается всегда с существительными только в дательном падеже. Да? Так, скажите, пожалуйста, а какой вид обстоятельства? А какой вид обстоятельства? Причины. Молодцы. Второе. По невнимательности он пропустил букву. Есть обстоятельства? Какое? По невнимательности, молодцы, по невнимательности, согласна, отмечаю. Так, а какой это вид обстоятельства? Причины, о, какие молодцы, не успела спросить, они уже ответили. Молодцы, молодцы. Угу. Из вежливости мы позвонили Анне Петровне. Где обстоятельство и какое оно? Из вежливости, умнички. Так, из вежливости отмечаем. Угу. А какое это обстоятельство? Причины. Молодцы, молодцы. От радости дети начали прыгать по комнате. Молодцы. Так, а я запуталась, вы на какое отвечать? От радости, да? Так, от радости. И это какое обстоятельство? Тоже причины. Молодцы. Так, а вот скажите, пожалуйста, по комнате, какой член предложения? По комнате, какой член предложения? Обстоятельство места? Прыгать где? Тогда бы было прыгать в комнате, да? А раз по комнате, хотя если по улице, он шел по улице, он шел почему или он шел где? Дополнение, да, правильно. Я думаю, что по рассуждению мы с вами дошли до того, что это дополнение. Почему, а не где, да? Если бы где, тут есть предлог в комнате. Угу. Дети играли где? В комнате. Дети спали где? В комнате. Вот там будет обстоятельство, да? Так, пятое. По легкомыслию она пропустила много занятий. Так, по легкомыслию обстоятельство какое? Образа действия? Погодите из-за дождя. Не спешите, пожалуйста, вы хотите все сразу ответить. Пока мы вот на эти вопросы не ответим по этому предложению, дальше не идем, не надо опережать время. И ваш ответ уйдет вверх, и я его не увижу, если вы не вовремя ответили. Не спешите, пожалуйста. Я понимаю, что вам очень хочется поучаствовать. Вы молодцы, участвуйте, только отвечайте на мои вопросы, не опережайте. По легкомыслию. Так, причины, правильно, и много, да, обстоятельства меры. Вот теперь я вижу, что правильно, да, хорошо. Шестое, из-за дождя мы не поехали в горы. Так, вот там писали, причина из-за дождя, да, так, а еще есть? В горы, так, а в горы это место, угу. Молодцы. Седьмое, спасаясь от пожара в лесу, звери побежали в деревню. Образа действия хорошо, а где оно заканчивается? Спасаясь от пожара? Только спасаясь от пожара и в лесу тоже, да, и в лесу тоже. А почему это все вместе, все вот это вот сочетание большое является обстоятельством?
Это оборот. Молодцы, конечно. А какой оборот? Деепричастный. Молодцы. Вопросы какие-то остались или все понятно? А, в деревню еще. Вот, Джалкис, молодцы. В деревню увидели. Я тоже чуть не пропустила. Так, место. Угу, куда? Да, молодцы. Идем дальше. Опять надо определить. Просто, видите, я в каждом слайде постаралась рассмотреть разные виды обстоятельств. Да, вот там у нас была причина в основном, там еще в каких-то еще какой-то... Вот давайте. Он решил добиваться своего, несмотря ни на что. Уступки, несмотря ни на что. Правильно, молодцы. Так, вопреки семейной традиции он пошел работать на завод. Уступки, да? Так, вопреки семейной традиции. Видите, полностью обстоятельства. Так, а на завод это что за член предложения? Куда? Угу. Значит, место. Угу. Не забываем отметить, да, потому что мы можем увлечься основным видом обстоятельств и не заметить какие-то другие. При всей своей прочности дом был очень холодным. Уступки, угу. Уступки, молодцы, при всей своей прочности, да, так, то есть хотя он был очень прочным, но все-таки холодным. Четвертое, так, а, еще очень, да, меры, о, какие молодцы, я даже не заметила его, молодцы, ушки. Четвертое, независимо от результатов соревнования, он решил оставить спорт и перейти на тренерскую работу. Уступки. Независимо. Так. А где заканчивается оно? Где оно заканчивается? Каким словом? Соревнования. Нет, не от результатов. Нет, нет, нет. От результатов чего? Соревнования. Все это входит в оборот, который является обстоятельством. Да, это как клише, да? Так. Хорошо. Пятое. Несмотря на усталость, путники продолжали идти. Есть обстоятельства? Уступки, несмотря на усталость. Молодцы, да. Да. То есть, когда вы получите эти презентации, да, ваша задачка будет просто повторить, какие виды обстоятельств бывают, каким способом они бывают выражены в тексте, да. Вот. И разобраться, если вдруг какие-то вопросы есть, например, почему не просто вопреки, а вопреки именно семейной традиции, то я тогда поясню. Так, вид обстоятельств в таких предложениях. Мне надо пойти позвонить подруге. Есть обстоятельства? Нету, Кадамджай считает. Подождите, есть, Джалкыз говорит. Назад можно? Хорошо, давайте назад возвращаемся. Так, вопрос какой-то, да? Какой вопрос? Джалкыз, пожалуйста, какой вопрос? Второй объяснить. Угу, угу, угу. Вот смотрите, мы сказали, что это обстоятельство уступки. Да? Обстоятельство уступки. Почему оно включает в себя вот эту всю часть? Ой, простите, не хотела. Почему включает всю вот эту часть? Потому что на месте этого блока слов мы можем поставить другой. Смотрите, хотя существует семейная традиция, да, но он пошел работать на завод. То есть тут смысловой блок, он как бы вот единое целое выступает. Угу. Мы не можем сказать вопреки традиции. Почему? Потому что если вот это обстоятельство и вот это обстоятельство, а вот это мы считаем другим членом предложения, то мы делаем ошибку. Ошибку. Идет полностью, вот начиная от предлога, да, вопреки или какого-то союзного слова иногда, и до конца последнего слова оборота, это все один член предложения. Один член предложения. Так, угу, идем дальше. Вот, мне надо пойти позвонить подруге. Зачем? Так, пойти зачем, да? А где здесь обстоятельства? Цели, а где оно начинается и где заканчивается? Согласна, что с тем, что оно цели, надо, так, надо, нет, нет, надо не входит, нет, мне надо что сделать, да, пойти,
Пойти с какой целью? Вот, молодцы, Кадамджай. Позвонить подруге. Не просто позвонить, да, а вот тут позвонить подруге. Угу. Хорошо. Или просто позвонить. А подруге куда денем? А подруге куда денем? Как дополнение отметим? Мне надо пойти с какой целью? С целью позвонить подруге. Или просто с целью позвонить. Тоже обстоятельство, да, входит в состав обстоятельства. Да? Петр взял послушать мои новые записи. Так, Аджалгыс утверждает кому? Ну, вы знаете, вот здесь, конечно, можно сказать, что это дополнение, да? Дополнение, сопровождающее инфинитив. То есть тут ошибки не будет, если мы так скажем, что это полностью обстоятельство, да? Мне нужно пойти, надо пойти, с какой целью? Пойти позвонить. Но у нас нет пойти к подруге, да? Поэтому вот можно и так, и можно подруге отмечать как дополнение. Ошибки не будет. Теория предполагает варианты здесь, да? Петр взял послушать мои новые записи. Послушать записи, да? Так, взял, нет, смотрите, Петр, давайте посмотрим, подлежащее Петр, да? Что произошло? Петр взял, что он взял? Записи, да? Какие новые, чьи мои, да? А зачем он взял? Послушать. А вот здесь только послушать является обстоятельством, да, потому что все остальное взял записи, дополнение относится к глаголу личному, да, два определения относятся к дополнению при личном глаголе, а вот послушать это инфинитив цели. Угу. Идем дальше, третье. Он зашел в школу. А как же составное глагольное? Нетушки мои хорошие. Смотрите, Петр взял что? Записи. А для чего он их взял? Ведь мы здесь можем поставить «чтобы» союзное слово. Да? Петр взял мои новые записи, чтобы послушать. Кадамджай вот поддерживает мою позицию и правильно делает. Да? Чтобы можем поставить. То есть если мы мысленно можем поставить сюда «чтобы» союз цели, то это значит инфинитив, который выражает, не выражает, а который выступает в качестве обстоятельства цели. Обстоятельства цели. И только он один. Послушать записи? Нет, взял записи, чтобы их послушать. Угу. Смотрим дальше. Он зашел в школу за сыном. В школу место, за сыном целью. Какие молодцы, уже все. Да, зашел куда? В школу, да, и с какой целью он зашел в школу? За сыном. Видите как? Почему за сыном нельзя сказать за кем? За кем? А потому что с какой целью он зашел в школу? Чтобы забрать сына. Да, поэтому за сыном здесь выполняет функцию, да, к врачу за советом. Это вы уже следующее. Не спешите, я же не успела договорить, а потом вопросы задаете. Итак, мы обратились к кому? К врачу. Да, не спешите, вот вам Кадамджай советует, не спешите, мы же должны все обговорить, потому что не все сразу воспринимается, тут достаточно много необычных, нетрадиционных, нестандартных ответов. Так, к врачу это дополнение, правильно, Джалкыс? К врачу к кому? Да? А вот с какой целью мы обратились к врачу? За советом, так же, как вот тут за сыном, да? То есть творительный падеж с предлогом может выполнять функцию обстоятельства цели. Все зависит от того, как в предложении расставляются смысловые акценты. Да? Запоминаем. Пятое. Ученые собрались для обсуждения вопросов экологии. Есть здесь обстоятельства или нет? Есть, Кадамджай говорит, правильно говорит Кадамджай, а где оно? А где оно? Для, о, какие молодцы, да, все какие молодцы, для обсуждения вопросов экологии. Вот, да, обстоятельства цели, умнички, да. С какой целью ученые собрались, да? А вот с какой, да, целый оборот. Вот здесь очень важно, помните, если вы смотрели ту презентацию, когда я вам говорила, что не всегда однозначно одно слово работает в предложении, да? Здесь важно смотреть, какая функция, какие отношения в предложении выражаются, да, с какой целью они собрались, чтобы обсудить вопросы экологии, да?
Вот. Значит, по подтексту, по контексту, да, мы говорим, что это обстоятельство. Музей закрыли на реставрацию. А почему? Объясните мне, пожалуйста, почему на реставрацию это обстоятельство цели, как вы говорите? Почему? Докажите мне, пожалуйста. Докажите. Причины. По какой причине? Вопрос идет от сказуемого. Угу. Музей закрыли по какой причине или музей закрыли с какой целью? А? Вот пишите причину. Музей закрыли по какой причине? Нет. Да, с целью реставрации. Вот смотрите, здесь давайте мы еще один примерчик рассмотрим, да, и вот он покажет нам, как тут акценты расставляются. Музей, запишем еще одну фразочку, музей закрыт. А вот тогда здесь будет уже причина, да, закрыт по какой причине? На реставрацию. Вот. А вот здесь, конечно, будет причина, да? По какой причине он закрыт? На реставрацию. Вот. Вроде бы очень похожие конструкции, да? Но здесь с какой целью закрыли? А здесь закрыт, по какой причине он закрыт? То есть это для кого? Для тех, кто пришел на экскурсию в музей, да? Он закрыт. А почему закрыт? А вот его реставрируют, да? А музей закрыли. Зачем его закрыли? Кто-то это сделал, чтобы отреставрировать. Видите как? То есть смысловые отношения в предложении могут варьироваться. Да? И поэтому работать только со словом, со словоформой, это очень опасно, можно наделать много ошибок. Идем дальше. Так, все люди должны объединиться ради сохранения мира на Земле. Есть ли здесь обстоятельства, где оно и какого вида? С целью. А чего с целью? Обстоятельства цели, да? А где оно начинается? Ради сохранения мира. Угу. Значит, полностью вот все, что после ради, да, это будет обстоятельство цели. Молодцы. Второе. Встреча глав государств была необходима в интересах укрепления сотрудничества. Да, почему на Земле? Все люди должны объединиться на Земле? Или все, или ради сохранения мира на Земле. Вот вы говорите, что на Земле это где? Вот как раз та ошибка, от которой я вас предостерегала. Не смотрите на форму слова, смотрите на контекст. Смотрите на контекст. Все люди должны объединиться для чего? Чтобы сохранить мир на Земле, правильно? Значит, это единое сочетание, в котором все слова являются составляющими обстоятельства цели. Поэтому на Земле тут не отрываем от контекста и не рассматриваем как другой вид обстоятельства. Второе. Встреча глав государств была необходима в интересах укрепления сотрудничества. Это уже публицистические тексты. Второе предложение. Смотрим. Цели. Да, зачем? Угу. В интересах укрепления сотрудничества. Молодцы, вот это уже конструктивное решение задачки. Да, правильно. Угу. Вот полностью идет оборот. Да? Почему она была необходима, с какой целью она была необходима? Хорошо. Третье. В честь высоких гостей был устроен торжественный прием. Угу. В честь высоких гостей, согласна. А какой вид обстоятельства? Какой вид обстоятельства? Цели, с какой целью? Можно сказать, да, да, цель, молодцы. Угу. Четвертое. Надеясь на получение наследства, родственники старались всячески угождать дедушке. Есть обстоятельства? Причины. Да, по какой причине родственники старались? Молодцы. А чем выражено это обстоятельство? Да, обстоятельство причины, молодцы. Оборот, какой оборот? Деепричастный, конечно, молодцы.
А есть ли здесь еще обстоятельства или только деепричастный оборот выполняет функцию обстоятельства в этом предложении? Всячески, молодцы, всячески, а это как? А какое это обстоятельство тогда? Образа действия, молодцы, образа действия, образа действия, хорошо, идем дальше. Опять определяем, в школьные годы я мечтал стать врачом. Есть обстоятельства? Время где? Школьные годы. Хорошо. Оно одно или есть еще? Да, когда в школьные годы? Оно только одно обстоятельство времени или есть еще какое-то обстоятельство? Нету больше. Молодцы, конечно, нету больше. Так, второе. На этой неделе к нам приедут гости. На этой неделе, молодцы, да. Это обстоятельство времени. Угу, когда? Хорошо. Третье. В течение месяца он написал курсовую работу. В течение месяца. Обстоятельство какое? Времени. Хорошо. Во время урока они услышали шум. Во время урока. Так. А какое-то обстоятельство тоже времени, хорошо? Целый день мы просидели дома. Целый день. Угу. Так. А сейчас погодите, погодите. А какой вид обстоятельства целый день? Целый день. Целый день. А еще и дома, когда Мджай заметил, молодцы, просидели где? Дома. Так. Целый день это какое обстоятельство? Времени. Дома. Дома меры? Целый день меры? Да, сколько мы просидели? Вот правильно Каракул Ирке говорит, не спешите, меры, не времени. Да, потому что сколько? Это обстоятельства меры, меры. А дома? Обстоятельства места, молодцы. Шестое, вы можете выучить стихотворение за час? Тут писали, что за час, да, это обстоятельства, да? Да, это обстоятельства, но какое? Угу. Вижу ваши ответы, вижу. Меры, да, за сколько, за какое количество времени. Какие молодцы, видите как? Иногда бывает, раз резко ответили, а потом подумали, оказывается, другой немножко ответ, да? Идем дальше, если есть, есть. Так, с мая до сентября семья жила в деревне. Какие здесь есть обстоятельства? Так, время, а где оно? С мая до сентября. Так, хорошо, отмечаем. Угу. Времени. Оно здесь одно? О, в деревне, Чалкис говорит. А это обстоятельство? Погодите, до конца месяца. Не спешите, пока мы не закончили, пока я не сказала второе предложение, не надо писать о втором, о третьем и десятом. Так, деревня. Это какое обстоятельство? Вид обстоятельства какой? Место, правильно, место. Теперь рассмотрим второе предложение. Она не успеет закончить работу до конца месяца. До конца месяца уже написали, да? До конца месяца. А это какой вид обстоятельства? Меры, правильно, молодцы, Кадамджай, да. Третье. По выходным мы обычно ездим за город. По выходным, да? И куда за город? По выходным это какое обстоятельство? Времени, да? По выходным. Так, времени. А за город? За город. Место. Угу. Так, погодите каждое утро. Джалкис, не спешите отвечать. Я еще... Вот вы меня не сбивайте, пожалуйста. Вам кажется, вы такие молодцы, вы сейчас сразу на десятое предложение ответите, и все хорошо. Я же работаю с предложениями, я вот здесь хочу остановиться. Когда мы говорим «за город», а когда говорим «за город»? Объясните, пожалуйста. Джалкис, стоп. Шутники. Угу. Ничего страшного, не сбивайте. Главное, не сбивайте. Я же сказала, пока не сказала четвертое, не надо говорить о четвертом. Итак, почему? Когда мы говорим за город, а когда говорим за город? Потому что говорят и так, и так.
когда говорим «за город», в каких контекстах можем сказать «за город», а в каких «за город»? Жду ваш ответ. Жду ваш ответ. Так, воевать за город – это объектное значение, да? А поехать за город – обстоятельственное значение. Браво, Джалкис, молодцы, молодцы. Четвертое, теперь уже четвертое рассматриваем. Каждое утро надо делать зарядку. Здесь есть обстоятельства? Времени, да, времени, где оно? Каждое утро, молодцы, Кадамджай, мне тоже нравится, как вы сегодня отвечаете, что не увидели слово «утро», да, а вот, все сочетание, молодцы. Пятое, целыми неделями он сидел в библиотеках. Где обстоятельства и какого вида? Целыми неделями, согласна, а какого вида это обстоятельства? Так, еще и в библиотеках есть, молодцы, где сидел, да? Так, место и меры, конечно, целыми неделями, сколько меры и место. Молодцы. Шестое. Днем он работал, а вечерами занимался. Днем, вечерами, согласна. Так, какие-то обстоятельства? Угу, молодцы, молодцы. Времени. Согласна, молодцы. Есть какие-то здесь вопросы, оставшиеся непонятными? Простите. Третий, да, каракул-иркек. Что в третьем непонятно? Что в третьем непонятно? Давайте уточним, пока мы здесь работаем. Задайте ваш вопрос. Что именно непонятно в третьем? Понятно, уже понятно, да, уже дошли. Так, и передайте содержание предложений с помощью другой конструкции. То есть здесь мы работаем с синонимами. Выйдя из дома, она решила пойти на работу пешком, что делала всегда в хорошую погоду. Дайте другую конструкцию, можно сказать по-другому? А что именно надо заменить? Здесь не что заменить, а как по-другому можно сказать вот эту же самую информацию. Так, всегда в хорошую погоду она идет на работу пешком. Можно так сказать? Можно. Так, или как всегда в хорошую погоду, да? Что делала всегда, как всегда в хорошую погоду. И тогда, как всегда в хорошую погоду, будет обстоятельством. Да? Второе предложение. Рассказ Бунина в Париже заканчивается драматически, что происходит практически во всех произведениях этого писателя. Как? По-другому можно сказать? То есть из сложного предложения сделаем простое. Жду ваш вариант. О, молодцы, Джалкис. Как и во всех произведениях Бунина, да, рассказ в Париже заканчивается драматически. Браво, браво. Угу. Так, и третье. Кошка спала. Так, обычно рассказы Бунина заканчиваются драматически. А тогда куда денем рассказ в Париже? Чуть-чуть вот у вас получилась смазанная информация, да? Если сказать просто о том, что все рассказы Бунина заканчиваются драматически, тогда вот это вот
выпадает из поля зрения нашего адресата, да? Итак, третье. Кошка спала, закрыв лапой нос, что бывало всегда перед похолоданием. Как можно по-другому сказать, чтобы предложение стало простым с обстоятельством? Так, жду ваш ответ. Как всегда, перед похолоданием кошка закрывала лапой нос и спала. Так, кошка всегда спала, закрыв лапой нос перед похолоданием, да? Можно так сказать. Или кошка спала, закрыв лапой нос, как всегда, перед похолоданием, да? Ну, молодцы, варианты приемлемые. Идем дальше. Определите функцию сравнительного оборота. По-моему, это последний слайд, и как раз у нас остается несколько минуток, да? Леонид разговаривал с Павлом как с недругом. Как с недругом. Какой член предложения? Дополнение. Дополнение. Степени, Джалкыз говорит. А дополнение степени, что ли? Нет, и не степени, и не дополнение. Нет, не дополнение, и не степени. Обстоятельства, верно. Это обстоятельства. А какой вид обстоятельства? Их же у нас 7 видов. Какого вида это обстоятельства? Меры. Не согласна. Не согласна. Уже устали. Подумайте, пожалуйста. Вы вначале так блестяще отвечали. Да, давайте подумаем. Образа действия, конечно же. Да? Каким образом? Да? Как он разговаривал? Да? Как? Каким образом? Да? Обстоятельства образа действия. Угу. Я доверяю тебе как самому хорошему другу. Как самому хорошему другу. Сравнительный оборот выполняет функцию образа действия. Верно, верно. Угу. Образа действия. Скажите, пожалуйста, а вот как самому хорошему другу можно написать без запятой? Да, можем. И тогда что изменится в конструкции, в предложении? Тогда что изменится, если мы без запятой запишем эту фразу? Дополнением станет. А хитруши, а так, погодите, как должно выпасть, чего должно выпасть? Нет, 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 как не должно выпасть. Вот смотрите, вот здесь это обстоятельство образа действия, да? Если мы без как, то тогда идет смысл какой? Что я доверяю тебе, как и своему другу, какому-то другому человеку, да? А если без запятой, тогда я доверяю тебе, ты являешься, или так, как ты являешься самым хорошим моим другом. Видите, меняется смысловой акцент, меняется структура предложения. Да, здесь это обстоятельство образа действия, да, сравнительный оборот. Без запятой это будет дополнение. Да. Слова отца были резкими, как неожиданный и сильный удар. Есть здесь запятые? О, простите, есть здесь какое-то обстоятельство? Образа действия, верно, как... Ой, разве образа действия? Да? Нет, а что, Джалкыс, а что? Какое обстоятельство тогда? Какое это обстоятельство, как неожиданные меры были? Так, меры, да, а еще? Вот, наверное, нет, не уступки, точно не уступки. Наверное, степени, да, были такими резкими. Степени, степени, степени. Четвертая степь была бесконечной, как море. Как море. Угу.
А здесь какой вид обстоятельств мы наблюдаем? Образа действия, да? Была бесконечной, как море. Вот когда есть, нет, когда есть составное именное сказуемое, да, то тут как-то образ действия вот не ложится на этот контекст. Не хочется его отмечать как степени, верно, да, насколько бесконечной, да, степень, да, сравнение степень. Угу. И пятое, этот большой и сильный человек плакал как ребенок. Вот, а здесь уже, нет, не степень, нет. Здесь, смотрите, здесь глагол, да, и как ребенок, да. Так, перепутали, понимаю, уже устали, но это, по-моему, последний слайд. Угу, я быстренько отмечу, пока кто-нибудь не ответит. Образ действия, конечно, каким образом плакал, как ребенок. То есть, видите, здесь мы с вами рассмотрели еще, что обстоятельство, которое выражено сравнительным оборотом, зависит его тип от, или вид обстоятельства такого, да, от того, к какой части речи он относится. Если к глаголу, то, скорее всего, это будет образ действия. Если к составному именному сказуемому, в котором именная часть стоит рядом со сравнительным оборотом, то, скорее всего, степени, да, степени. Так, по-моему, все. Какие вопросы у вас остались? Все, это был последний слайд. Вопросы остались по этой теме? Может быть, есть какие-то пожелания, что вам подготовить, какую тему в следующий раз? Я на место вернула. Спасибо большое, до новых встреч. До новых встреч. Молодцы, сегодня очень активно работали, порадовали меня. Молодцы. Побольше аналогий. Когда-нибудь аналогии тоже посмотрим. Количество уроков не всегда у меня получается, но постараемся хотя бы регулярно, да, встречаться, чтобы побольше успеть посмотреть тем. Спасибо вам за внимание, за активность. Спасибо. До свидания.